дорогие друзья, мы с вами находимся на Че-пати. Это самые веселые, невероятные вечеринки в нашем городе. Здесь происходит что-то просто нереальное. Здесь собрались слесари, милиционеры, врачи, модели, учительницы и даже журналисты. Давайте посмотрим, что происходит там. Я сегодня традиционно в костюме строителя. С каким настроением вы сюда пришли? Я с Одессы, я просто бухаю. I'm a teacher of English. Positive emotions. Не удалась карьера доктора. В каждой вечеринке я работаю как бы фотографом. Я за это все денег не беру. Я просто отдыхаю и как для друзей я фотографирую. Ви знаєте, я прийшов сюди навчати, адже перш за все я декан. І тому я хотів нести ці знання молоді, для того, щоб вони зрозуміли, чому саме в цей день вони святкують День Тетяни, хто є покровителькою студентів, чому так само відбулося. Тому я прийшов з таким добрим настроєм. Я думаю, що частку свого настрою я зможу роздати кожному, хто присутній на цій чудовій вечірці. В ролі преподавателя. Преподавателя якого предмета? Правознавства. Очень интересно. Скажите, сначала по одной, потом по половинке. Вот все, что нужно для хорошей вечеринки. Сначала по одной, потом по половинке. Я в первый раз на Че-пати. Здесь много веселья, людей. Кстати, веселье происходит из-за людей. Именно из-за этого мне нравится эта Че-пати. Как вы относитесь к бомжам? Бомжи нормальные люди, я с ними недавно жил. Я люблю Че-пати. Рядом со мной стоит главный организатор. Ее зовут Маша. Маша, скажи, пожалуйста, что такое Че-пати? Че-пати – это счастье, которое объединяет ребят, посещающих наши вечеринки. Как обычный человек может попасть на вашу вечеринку? Он должен внимательно следить за новостями в нашей группе. У нас в Чернігові очень мало хороших вечерин. Эта вечерина Че-пати, это просто замечательное время для того, чтобы проявить себя, чтобы оторваться.